В Люберцах в штатном режиме заработали многофункциональные центры. Как и прежде, жители округа могут посещать офисы МФЦ по предварительной записи либо в порядке живой очереди. Из-за пандемии изменились правила нахождения внутри отделения, и все подробности у Луизы Егеазарян. Отделения МФЦ распахнули свои двери для всех посетителей 1 июля. За время самоизоляции у жителей округа накопились вопросы о получении документов. За день центральный офис принимает около 1000 заявителей. Каждое окно обслуживает 40 человек. Предварительную запись никто не отменял, поэтому заявитель может и записаться как по предварительной записи, так прийти в живую очередь, взять талон. У нас обязательно время ожидания 10, не больше 10-15 минут. Дожидаться своей очереди приходится на улице. В здание пускают строго по одному. Каждому посетителю при входе измеряют температуру и выдают средства защиты. В самом помещении также соблюдается социальная дистанция. Не забывать о новых правилах помогает разметка. Здесь делается постоянная дезинфекция. Здесь есть специальные такие приборы, которые, скажем, излучатели, значит, инфракрасные, инфрафиолетовые, все для того, чтобы этот вирус уничтожать. Здесь все меры предосторожности приняты. К прежнему режиму работы многофункциональные центры возвращались постепенно. В конце мая офисы начали прием юридических лиц, а в начале июня физических. Но перечень услуг был ограничен, посетители обслуживали только по предварительной записи. Сейчас отделения МФЦ работают на полную мощность и оказывают все виды федеральных, региональных и муниципальных услуг. Луиза Егеазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.